Теннис, баскетбол и другие активности. Свои спортивные результаты на соревнованиях в Одинцовской спортивной школе Олимпийского резерва показали 15 человек. Участники клуба – активное долголетие. Сегодня прошли соревнования по ОФП, то есть катание обручи, броски в цель баскетбольные. Вот, и плюс эстафеточки такие на интерес. В группе долголетов Любовь Яковлевна занимается теннисом уже не первый год. Этот вид спорта развивает внимательность и координацию, уверена участница соревнований. У нас здесь два раза в год соревнования по теннису. Потом вот вы видели эстафеты у нас бесконечные, баскетбол. Мы даже в ручной мяч играем. После новогодних праздников тренировки возобновятся, и у участников клуба «Активное долголетие» пройдут соревнования по теннису. По результатам определят лучшего теннисиста по возрастным группам и по парам. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».